Итак, всем привет! Сегодня в этом видеоролике хотел бы поговорить насчет доходности. Как мы видим, допустим, вот из Наваттумани, да, допустим, если мы зайдем, то доходность у нас тут не ахти какти. Ну, к примеру, с моих двух 10.80 доходность, да, там 1,5 бакса на данный момент, и то профит вообще 1,22 доллара. Что, ну, мало, да, даже двух нету. Как говорится, два это вообще минимум для нормального профита. Но тем не менее, давайте дальше. То есть профит у нас маленький. Самая крутая монета на Ваттумане — это The Coin. Пойдем на Coin калькулятор. Тут еще меньше профит, да, по Coin калькулятору. Самая крутая монета — это вообще Green. Ну, он немножко вырос в цене, поэтому он сейчас самый крутой, и это 1,37 доллара, да. Ага, отлично. Ну, Ion мы не смотрим, потому что посчитано вот с таким хешрейтом, у нас явно не такой хешрейт. Ну да ладно. Теперь вообще, про что я хоть снимаю. Если зайти на этот коин-калькулятор, да, вот здесь, если и пошариться хорошенечко, то можно найти такой алгоритм, как X17, и на нем такую интересную монету, как Азарт. А, вот она, Азарт. А, в чем прикол? Дело в том, что Азарт сменил алгоритм на X17. И несколько пулов уже поддерживает его. Если мы зайдем на вот этот мини-пул статус, то мы видим, что BSOT — самый крутой пул по этому алгоритму сейчас. Да, у него больше 54%. Но и вот этот пул, The Pool CA, его догоняет. Но The Pool CA — это, так скажем, типа NiceHash, короче, мы на него вообще внимания не обращаем. Он потому и подтянулся сюда, потому что все его майнеры автоматически переключились на эту монету. Ну да ладно, BSOT, да. Теперь смотрите, давайте вот так сделаем. Откроем, посмотрим ProtRex. TRX тут что-то добавлял, каждый раз что-то делал, да. И вот видите, мне вот больше всего понравилась вот эта фраза. Remove performance 7 января. А как мы видим, этот перешел у нас 30 января. Да. В общем, что хочу сказать. На TRX, на всех алгоритмах выросла хорошенечко скорость, но самое много она выросла на X17. Просто запустите у себя X17 алгоритм, посмотрите, вы реально убедитесь, что на X17, да, только возьмите, скачайте последний, скорость намного выше. Теперь, вот, к примеру, у меня была она 41, стала 50 мегахэшей. Вбиваем, допустим, мой хешрейт, если 50, да, мегахеши, и что мы получаем? А мы получаем следующее, что доходность 1,83. Да, мы немножко опоздали, наверняка месяц назад доходность была баксов 5, но уже в BTC, если мы посмотрим, это 0,46, да, а если мы возьмем за последние, допустим, 3 часа, то итого 0,48, да, почти 2 доллара. То есть на данный момент алгоритм X17 и монетка вот эта Азарт, она наиболее профитная. Рекомендую просто ее всем качать на данный момент, да. По биржам тоже смотрите, она на нормальных биржах есть, то есть на Exodus, на Stex, на Gravix, даже CryptoBridge. То есть, ну, на CryptoBridge она залистила совсем недавно. Буквально, я не знаю, полмесяца назад она залистилась на CryptoBridge, но, допустим, на Gravix она, да, допустим, вот хорошо идет. Прайс у нее очень хороший, больше 1000 долларов объемы. Это вполне достаточно, чтобы покачать ее.
месяцок хотя бы, и получить за этот месяц, да, вот по 4000 объемы, в общем, чтобы сейчас ее покачать за месяцок и получить за этот месяц профит, как говорится, на 30%, на 20, 30, 15, 20, короче, 10, 20, 30% больше, чем на остальных монетах. Я уже молчу вообще про NiceHash, да. На NiceHash, если мы посмотрим, какой сейчас профит на данный момент, на мои, опять же, на моих, не забываем, вообще 33, да, то есть, ну, 0.00.33, да, а здесь мы видим профит 0.00.48, ну, то есть, да, реально профит намного круче. Поэтому рекомендую, вот, попробуйте монетку Азарт, хороший с нее профит. Опоздали мы на месяц, но тем не менее, еще месяц, может два, а может и больше у нас есть, ну хотя может и неделя, а может и два дня, в общем, ну, всем спасибо, всем пока.